Матери Сребреницы, женщины, потерявшие во время трагических событий в июле 1995 года своих сыновей и мужей, приехали в Гаагу в надежде услышать раскаяние Ратка Младича. Согласно обвинению, по его приказу были убиты более 7 тысяч боснийских мусульман. Я надеюсь, что он раскается во всем, что сделал, и что после 16 лет его совесть уже проснется. Если нет, то это будет тревожным знаком не только для нас, но и для всей Европы. Следили за ходом процесса и в Сараево. Осада боснийской столицы продолжалась несколько лет. И суд утверждает, что Ратко Младич виновен в смерти 10 тысяч ее жителей. Он должен понять, что Югославия ответственна за геноцид в Боснии. Республика Сербская была построена на принципах геноцида. Поэтому для меня очевидно, что эти генералы должны за все ответить. Однако, как скоро это произойдет, неизвестно. Эксперты полагают, что процесс над Младичем может затянуться на годы.